прошел семинар, посвященный 25-летию государственной кадастровой оценки в Российской Федерации. Участие в нем приняла Вера Щербина, первый вице-губернатор, председатель правительства края. Сегодня как раз мы собрались здесь для того, чтобы выработать какой-то комплекс мер, для того, чтобы эту работу активизировать во всех субъектах Российской Федерации, в каждом населенном пункте, и сделать так нужную и такую важную работу, которая, во-первых, наведет порядок со всеми правообладателями, и правообладатели тоже порой даже не имеют никаких правоустанавливающих документов, и правообладателями, по большому счету, и не являются. Но многие из них нормальные хозяйствующие субъекты, и наша задача тоже им помочь. Государственная кадастровая оценка социально важна для людей и бизнеса и используется для налогообложения по всем объектам недвижимости. Значимость этого мероприятия переоценить трудно, и, собственно, значимость вообще проведения оценки, она используется у нас для налогообложения по всем объектам недвижимости, поэтому имеет определенную такую социальную важность для людей, для бизнеса, потому что в том числе и продажа объектов недвижимости зависит от кадастровой стоимости. Поэтому такое очень важное, интересное мероприятие, особенно для профессионалов в данном направлении. В Приморье работает Центр кадастровой оценки, который является одним из лучших подобных учреждений в стране. Мы действительно сводим к тому, что количество обжалований по кадастровой стоимости объектов недвижимости значительно за эти несколько лет снижаем. Хочу сказать, что Приморский край участвует помимо самой кадастровой оценки в выполнении достаточно серьезных комплексных кадастровых работ, и край выделяет немаленькие суммы. В следующем году мы запланировали и хотим привести средства федерального бюджета, это порядка 25 миллионов рублей, где будем выполнять комплексные кадастровые работы на территории Приморского края. В ходе семинара-совещания участники обсудили полноту данных в едином государственном реестре недвижимости, вопросы, связанные с правообладателями объектов недвижимости, границами населенных пунктов и территориальных зон. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.